Ребята, всем привет! Сегодня я вам хочу рассказать о заточном приспособлении. Вот. Когда-то давно, когда я только начинал, вот, у меня заточного не было, собственно. Вот, и меня осенило, что можно вот так вот машинку перевернуть и, собственно, с помощью шаблонов таких вот Олега Переседова, ну, в общем-то, затачивать можно. Ну вот вы сами видите, что, ну, конструкция такая себе, вот, сделана из подручных материалов, ну, струбцина, какой-то квадрат металла и пару деревянных досок скрученных. Вот. Ну, то есть, короче говоря, функцию свою выполняет, но выглядит по-нищеёбски. Поэтому теперь это устройство будет выглядеть вот таким вот образом. Вот, уже все очень продумано, все эргономично, удобно. Вот. Придумал это устройство Руслан. Я ему немножечко помогал, подсказывал, что да как. И, собственно, вот совместными такими усилиями вот родилось, значит, вот такой вот вариант заточного. Так, ну, в общем, вот теперь немножко по конструктиву пройдемся. Машинка заходит вот в такое, значит, отверстие специально для нее созданное, да? Вот. То есть, ну, и поджимается болтиками. Вот сам диск тоже интересный. Вот. Он спечен из двух компонентов. Вот. Значит, в середине идет абразив такой, как бы погрубее, и, значит, по периметру идет гладкий абразив, который полирует поверхность. Вот здесь, в этом, ну, когда вставляешь его в это отведенное ему отверстие, там интегрированы внутри подшипники. Вот, и, собственно, он вот на подшипниках вот так вот встает и, как бы, принимает рабочее положение. Вот, то есть теперь можно подсоединить машинку, можно такую машинку подсоединить, можно вот такую машинку подсоединить. Вот. То есть вот так могу я продемонстрировать сразу. Вот она повисла, ее со всех сторон поджал, как бы. Вот так вот. И все. Все, устройство работает. Вот, значит, квадрант, ну, квадрант, все знают, что это такое, кто сталкивался с заточкой. Вот. Ну, впрочем, как и у всех, все те же самые принципы. Вот. Еще мы в ходе производства этой штуки решили еще вот добавить площадочку такую, которая вставляется. Вот. И уже можно с помощью шаблонов Олега Переседова, ну, и либо других каких-то шаблонов самодельных или еще каких-нибудь, производить заточку. То есть я вот эти же шаблоны и подкладываю, чтобы быть повыше. Вот. Собственно, вот такой вот девайс получился интересный и очень удобный. Вот. Крепится на струбцинку вот такую вот, подтягивается
шестигранником. Вот здесь снизу шестигранничком подтягивается, и в общем-то ничего здесь не мешает. Тоже это мне понравилось, это так удобно. Вот, ничего здесь не торчит. Вот. Ну вот сейчас попробуем тогда что-нибудь заточим и покажу результат под микроскопом. Так, ну в общем, вот возьмем вот такую вот заготовочку и попробуем сделать из нее 105 угол с помощью шаблонов. Так, значит, при помощи грубого алмазного диска мы сейчас придадим форму штихелю. Когда я работаю с шаблонами, я все время делаю это на глаз, вот, так что углы произвольные. Вот, ну в общем, вот форму мы придали. Теперь мы ставим вот этот вот диск. И уже с помощью его доделываем. Значит, рабочие кромочки заправили с помощью этого. Теперь на гладком Так, ну вот сейчас покажу результат. Вот так выглядит заточенный штихель. Все везде глянец. Все заправил. Вот, чем хорош вот этот диск? То, что, допустим, если кончик при работе скололся, особенно это актуально тем, кто работает с титаном, часто бывает так, что кончик прям самый мизер скалывается и приходится перетачивать весь штихель. Вот. Так вот, теперь с таким диском это стало более удобно, вот, что можно быстренько это все заточить. Так, ну вот, заточенный наш штихелёчек.
Вот такой результат. Все блестит. Все прекрасно. Так, ну вот еще пару слов хочу сказать о квадранте. Вот. Квадрант — это такая вещь, тоже очень удобная. То, что с помощью него можно сделать какой-нибудь прям вот хитро выебанный угол, которого, собственно, в шаблонах нету. Вот, допустим, шаблоны там 105, 90, 120. Вот, а промежуточных нету, допустим. А сильно понадобится, можно, собственно, сделать с помощью квадранта. Подытоживая, вещь получилась офигенная, но очень удобная, компактная, простая в использовании, увеличивает скорость работы, универсальность, опять же, любой угол. Вот. Можно пользоваться и шаблонами, и квадрантом. Вот. В общем, вещь получилась то, что надо. И самое главное, то, что она недорогая. Вот. Значит, кто заинтересовался, значит, я оставлю в описании ссылку на Руслана. И с ним уже, собственно, договаривайтесь о приобретении. Скорее всего, можно будет заказывать только с квадрантом, либо только с площадкой, либо все вместе. Возможно, диск отдельно он может вам продать. Вот. Так что вот. Классная вещь. Это моя.